Всем привет! Сегодня у меня стирка темного. Вот, вот столько там у меня белья. Вот, не сильно много, но довольно-таки здесь объемные вещи есть. Здесь такие штаны, мои штаны и, соответственно, здесь носок. Много носков очень. Прям целая куча. Тоже надо перестирать. Вот. У меня там помидоры на заднем плане. Мы собрали недавно, потому что у нас еще мороз такой страшный, вообще пипец. Поэтому все загружаю. И шапочку еще вот мою тоже надо постирать. Не стиралась она. Все, закрываем дверцу и заливаем средства. Средства у нас гель Persil Color. Вот так как для темного я начал использовать только гель. Почему? Потому что мне кажется, порошок оставляет разводы. Вот. И кондиционер для белья. Ленорник концентрат. Почему не мой любимый Ленор, ну, который у меня сейчас есть, вдохновленная природой, который мне очень нравится. Вот. Я использую сейчас Ленор скандинавское основание концентрат. Почему? Потому что его тоже нужно заканчивать. Вот. Потому что он у меня уже давно стоит, и его как-то нужно уже использовать, чтобы побыстрее закончить. Вот. Его буду использовать, но залью на финальном полоскании. Почему? Потому что я хочу залить полный колпачок, так как не концентрат, то есть вот прям полный колпачок вот так вот. Ну, к сожалению, сам вот этот вот отсек для кондиционера не предусмотрен для таких больших объемов кондиционера, и если я залью, то у меня просто вот здесь вот он будет до самого верха, он просто уйдет, поэтому я его лучше на финальном полоскании залью. Так вот, заливаю гель, вот столько геля, даже чуть меньше, что будет много пены, я не хочу. Все ровно половина. Все, там весь выливаю. И, наверное, колпачок я туда, барабан. Барабан кину. Вот. Много гель на руки попал. Вот, чтобы прополоскался колпачок. Вон он там, вон. Все. Закрываем и так надо прям до шелчка закрыть. Выбираем программу стирки. Так, все, включаем машинку. Все, сразу загораются индикаторы. Как всегда, выключаю вспышку, чтобы было лучше видно. Выбираем быструю стирку. Быстрая. Полоскание плюс и 40 градусов. Все. Старт. Сейчас буду заливать в нее воду. Вот все. Просит воду теперь. Так, все, набрал воду. Я сейчас ее просто напасал на пазу, чтобы было видно. Вот там вода. То есть она уже перестала гудеть. Все, теперь старт. Сейчас будет стирать. Все, сразу все намокает. Слышно, колпачок бьется, барабан. Вот. На быстро, почему? Потому что темное, в принципе, долго стирать не нужно. Сейчас она еще будет просить, поэтому буду заливать. Так, ну все, добавил воды, сколько надо было, но столько, сколько машинка просила. Все намокло. Пены не сильно много. Вот. Так, вот сейчас опять просит. 40 минут уже, кстати, осталось. Вот, воды, в принципе, достаточно. Вот. Там колпачок. Вот, места довольно-таки много, но вещи здесь довольно-таки такие объемные, поэтому здесь большие такие толстые штаны, теплые прям. Потому что сейчас уже у нас мороз очень сильный, поэтому все уже тепло одеваются. Вот эти вот штаны мои не очень, кстати, толстые и тяжелые, поэтому сильно много добавлять белья, ну, точнее, перезагружать машинку лучше не стоит, потому что, я как говорю, все тяжелое, вот.